Привет, меня зовут Боб Гриня, и я волонтер проекта мемориала Мартина Флейшмана. Так что мы собираемся еще раз взглянуть на The Edge. Х2 обрушилась труба. А что это? Похоже на то же самое, но возможно. Давайте посмотрим. Что это? Это просто один из наших железофосфатов? Сферы не фосфат железа, а фосфат меди? Или это что-то более интересное? Давайте выясним. Собираемся смотреть на ту сферу, и мы собираемся смотреть этот комок. И мы собираемся взглянуть на эти маленькие сегменты здесь. Что это? А что? Какой именно... Этот здесь с высоким содержанием титана. И алюминий, октанталенс. Этот из алюминия, вот этот здесь. О. Нетантал. И этот содержит фосфор и немного железа. Это, я полагаю, маленькие кусочки железа. Интересно. Ах, это замечательное развлечение. Очень четкая вершина с той стороны. Здесь прослеживается немного железа. Но у нас есть здесь сильный пик титана. Также появляется железо здесь, железо там. Еще железо с этой стороны, как и предсказывалось. Так что мы собираемся приблизиться к этому. И мы сделаем небольшую карту. Очень отличается, когда вы смотрите на вторичную электронную миссию здесь. Вы не видите ни одного элемента, но здесь точно видна геометрия. И это определенно сферическая структура. Очень красиво здесь, в центре микса, можно очень четко увидеть. Здесь лавон или пуховый яичный рулет. И другая структура здесь — это железо на вершине, которое, возможно, там находится. Так что мы собираемся сделать сканирование под краем. Да. И с одной стороны у нас есть фосфор, а с другой стороны у нас тоже есть фосфор. Части вихря и антивихря, с моей точки зрения, никакого кальция здесь нет, так что думаю, пока обойдемся без этого. Кажется, это титан. Похоже, что это с той стороны того шара, хотя это может быть только та область, которая освещена.
Фосфорная капля справа больше, но это из-за того, что она ближе. Я думаю, что она действительно физически больше. Да, определенно алюминий повсюду в этом районе. Я думаю, это ламелион, но он в тени. И углерод. Ха-ха. Здесь есть кольцо углерода, и здесь тоже есть кольцо углерода. Это действительно весьма поразительно. Так что мы избавляемся от кислорода и избавляемся от меди, потому что мы знаем, что она везде, кроме здесь. Железо распределено кусочками. Интересно, что магний находится на той средней части. Магний находится на этой средней части, но и, конечно, магний идет до алюминия. Похоже, силикона здесь немного. Так что, вероятно, мы потеряем кремний, чтобы добавить немного ясности здесь. Да, так вот, титан находится по бокам этих структур или был. Точнее, фосфор, да. Так что интересный момент здесь в том, что у нас есть алюминий по всей этой территории, которая находится рядом с углеродом. А затем у нас будет обычные куски углерода перемещаются вокруг этой зоны и вокруг этой зоны. Там не так много железа в этом. Уберите это оттуда. Так что, когда это показывает вам, о нет, теперь это пропало. Покажу вам, где находится магний. Магний здесь не так ясно видно. Теперь вы можете управлять системой так, чтобы действительно увеличить влияние и точно определять расположение. Я увеличу уровень фосфора здесь, чтобы вы могли увидеть, как он расположен на этих двух краях. Ладно, значит, показывает фосфор магний. Это поможет, если мы его увеличим. Не особенно, если я выключу алюминий, вы его не увидите, он там. Может быть, если бы я выбрал другой цвет, например, синий. Конечно, если мы выключим эти и включим другие, это до определенного уровня. Да, здесь действительно видно углерод по всей этой линии. И вот здесь, и вокруг здесь, верно, оно обвивается вокруг экватора этой конструкции и экватора этой конструкции. Очень хорошо. Очень крутой малыш. Может, мы сможем найти это в более ярком цвете на работе. Хорошо, Колин. Я не хочу такой же, как у папы, правда? О, вот оно.
что эти две вещи связаны. Это очень мило. Ну, это было потрясающе. Действительно красивое подтверждение геометрии с алюминием, поднимающимся здесь магний на гребне. И вся эта синяя область здесь, окружающая этот и обходящая этот углерод. Здесь немного титана. Сильный сигнал титана, но это фосфор здесь и фосфор здесь. Это действительно замечательно.